Анонс и точки выхода 30-й серии сериала «Невеста». 30-я серия сериала выйдет на турецком телевидении 9 июня. Ранее в сериале мы увидели, как Джемиль видит у Дерди довольно крупную сумму денег. Мужчина не понимает, где она их взяла. Это заставляет его волноваться. Из-за этого он теряет сознание. Когда Джемиль приходит в себя, Дерри аккуратно интересуется у него. Помнит ли он, что произошло? Бейза рассуждает о том, что хотела бы провести такой прекрасный вечер, как этот, вместе с Джиханом. Но от того, что он проводит время с Ханчер, женщина только сильнее злится. Джихану говорят, что ему нужно отдохнуть. Когда мужчина говорит, что у него все в порядке, то ему отвечают, что не всегда в отдыхе нуждается именно физическое тело. Иногда отдых требует ничему иному, как человеческому сердцу, которое может уставать куда сильнее тела. 30-я серия сериала выйдет в эфир 9 июня. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.